Не думал, что в этих местах будут ловушки. Мне в живот воткнулось копье. Больно дышать. Молитесь за меня. Боже, чем это пахнет? Этот бог Майя темно-коричневый, почти черный, с черными кругами вокруг глаз. Кажется, что черты его лица расплываются. Это может быть только Экчуах. Он был богом какао-бобов, и именно поэтому он такого цвета. Кроме того, поскольку мезоамериканцы использовали бобы какао в качестве денег, Экчуах стал покровителем торговцев и торговли. Любопытно, что в самых древних легендах он считался богом конфликтов. Один из обезглавленных богов загробного царства? Потрясающе. Кажется, это примитивная фигурка, изображающая человека. Thank you.
Я Труила Сирана. Возможно, это последние слова, написанные мной. Андрес Лопес, или Анхель де ла Крус, как он сам себя называет в последние годы, окончательно сошел с ума. С тех пор, как мы начали строить гробницу, его запросы постоянно растут и становятся все более чудовищными. Строительство подходит к концу. Я знаю, что после его окончания мне придется умереть, так сказал сам Лопес в минуту прояснения. Проклятый ларец. Что же он сделал с человеком, которым я восхищался? И, к сожалению, восхищаюсь до сих пор. Когда бушуют бури, а реки выходят из берегов, пусть излишки воды утолят жажду богов верхнего и нижнего мира. Алуш. Множественное число алушеп. Это существо, похожее на гнома или эльфа в мифологии майя. Они ростом по колено взрослого человека и одеты в традиционную одежду майя. Они появляются на свет, как только крестьянин строит для них домик на своей земле. После этого они 7 лет помогают кукурузе расти, вызывают дождь и отгоняют хищников. Обычно они невидимы, и несмотря на то, что они приносят пользу, они часто любят подшучивать над людьми и пугать их. Не называй их по имени. Иначе ты призовешь их из домика, и они рассердятся. Какая же вонь! Надо скорее уйти отсюда! Я уже близко. Thank you.